Чтобы управлять качеством выпускаемой продукции, нужно уметь его оценивать. Об общих критериях оценки качества катодной меди все знает Елена Юшкова. ОТК, которым она руководит, много значит для предприятия. Потому что готовая продукция, вся готовая продукция проходит через наши руки. Мы знаем, как работают ванны, какая готовая продукция, какого качества, какого даже вида. У меня очень хороший коллектив, очень все ответственные контролеры, поэтому они буквально каждую мелочь замечают, отмечаем. Наша задача, мы занимаемся отгрузкой, мы должны отгружать потребителю очень качественную продукцию. Елена Константиновна говорит, что в отделе трудятся ответственные женщины. Ведь от их оценивающего взгляда не должна ускользнуть даже мелочь. Все вместе они определяют качество выходящей из завода продукции. Все так и знают, что я очень строго отношусь именно к работе. Я думаю, что я неплохой человек и могу это. Но к работе я сама очень требовательна к себе, и поэтому к остальным тоже очень требовательна. Мне нужно, чтобы все было правильно, все как нужно, и все по полочкам разложено. За всю историю Уралгидромеди его знаменитая катодная медь остается востребованной на всех уровнях. А Елена Константиновна всегда напомнит гостю о том, как все начиналось. Вот оно напоминание о первой отгрузке в виде небольшого кусочка катодной меди. За качество здесь отвечали и тогда, в сентябре 2005 года. Мне самая дорогая – это первая награда, потому что вот мы все сюда пришли с самого начала, все начинали. Ведь с самого нуля. Вот это сейчас вот у нас много всего бумаг. Это когда я пришла, там была какая-то тетрадочка. Вот этого кабинета не было, ничего не было. Мы все здесь пришли, с нуля начинали. Поэтому вот когда все эти вот, всю эту работу наладишь, и первая вот эта вот, когда награда у меня была, я была действительно вот очень рада, что меня оценили, что заметили, что я действительно старалась и хорошо делать старалась. Елена Константиновна поясняет, что вместе с этими прекрасными женщинами работает не для того, чтобы указать на брак, а для того, чтобы предотвратить его. Для этого в ход идет не только технологический регламент. Это мы здесь два года уже делаем ярмарку, такую, это плоды осени. Девочки все у нас, мы все садоводы-любители, поэтому хочется показать. Это между собой всегда разговариваем, у кого что, где, как, какие растения растут. Не каждый же ходит друг к другу в гости, а здесь мы вот в два года уже выставку делаем чисто для себя. Вот у нас маленький коллектив, и мы делаем. И чисто для себя делаем вот такие вот, дипломы. В этом году у нас подсоединились и из цеха мужчины приносили, и, небольшая такая выставка, и бухгалтера с нами. Так что ОТК работает с хорошим настроением и при грамотном руководителе. А значит, продукция находится под неусыпным контролем отдела. Система отслеживания качества продукции работает как часы. Ольга Фролова, Александр Полищук. Новости нашего города.